Если у вас небольшая лодка, например, надувная, и вы подыскиваете якорь, тогда смотрите это видео. В нем я расскажу вам про вот такой вот оригинальный якорь-грибок от американского производителя Atlantis. Якорь металлический, покрыт ПВХ-материалом. Это сохраняет его от коррозии и не царапает вашу лодку. На внутренней стороне есть штамп, что он весит 8 фунтов. Это где-то 3,6 килограмма. Нейлоновый плетеный шнур длиной 4,5 метра. Поплавок выполнен из легкого пористого материала и пластмассовый карабин. Обратите внимание, в якоре 3 отверстия для того, чтобы вода сливалась. Петли изнутри зажаты металлической скобой, а сверху накладка кембрик из ПВХ. Удобный карабин с простой и быстрой фиксацией. Поплавок свободно перемещается по тросу. Его задача — обозначить место погружения якоря, для того, чтобы другие участники движения не наехали на якорный трос. Компания Atlantis позиционирует этот товар как якорь для гидроциклов. С помощью него можно заякорить гидроцикл на мелкой воде, например, около берега. Однако, удлинив или заменив трос, вы сможете использовать этот якорь и на больших глубинах, например, для вашей лодки. Данный якорь не обладает большой держащей силой, так как не сможет глубоко зарыться в грунт. Но его чаши будет достаточно, чтобы немного зацепиться за грунт. Этого и его собственного веса будет достаточно, чтобы держать на якорной стоянке небольшую лодку. В нашем интернет-магазине большой выбор якорей. Якорь Брюса, Холла, Адмиралтейский, Демфорда. Выбирайте то, что вам подойдет. А если вам что-то будет непонятно, наши технические специалисты всегда рады вам помочь.